Вон даже сверху я смотрю, и крыши. Вниз обрыв и крыши кое-где в этом обрыве. Значит, там какие-то подъезды есть. Интересно подойти как нет. Тут по прямой было бы, ну я не знаю, километр, наверное. А здесь, а по серпантину получается, что деревья сажают по нам дорогой, чтобы не держать. Ну, растительность тут гораздо буйнее. Ой, вот ты какая отвесная гора. Да, смотрели сегодня. Где вот это? Ага. Да, да, видно. Не совсем, правда, но... Ну да, такая. Это, наверное, трубы, я не знаю. Может, они дренажные какие-то, либо водят что-то воду. Смотрите, какие оползни произошли. Вся дорога засыпана вот этими камнями. Мы сейчас... Конюстоп, да, Эвел? Конюстоп. Сейчас, если вам уже остановить, я вам сейчас покажу. Тут вся дорога. Вся дорога вот завалена камнями. Мы проехали еле-еле. Оползни происходят. Так что это же не видно, надо здесь осторожно ехать. Наверное, да, наверное, после линии. Блин, я такого раньше не видела. Первый раз такое вижу здесь. Это катаклизм. Да, катаклизм. Ого. Вечера интересно. Есть, есть. Как много тут камней валяется. Небольшая авария у нас произошла. Мы наехали на камнепад. Здесь оползень. Ох, как высоко. И мы попали дном машины на камни. Охота запрещена, и кто-то эту табличку завалил. Охота? Охота? Да, кто-то сломал табличку, охота запрещена. Ну, уродов везде достаточно. А, говорит, что там дорога, и он хотел его привезти, этот GPS, на ту дорогу, там напротив. На какую дорогу? Куда? Ну, там, говорит, несколько метров, возможно, ошибка, говорит, а там дорога где-то. Ну, видимо, вот там вот где-то. Ну, да, она с серпантином идет. Да. И... А вот ее даже видно. Ну, да, да. Там, но вон сюда идет овраг. А там вот дорога, ну, видео не видно. А, вон она. Вот, видите, говорят, охота запрещена. Вот так она запрещена. На кабана. На кабана или на кого? Большая. Вот да. Так, табличку сломали и ходят охотятся. Ладно, смотри, я тут отпечатки свои оставила. Ну, я с собой заберу. Давай. Как улику. Улику забираем на память. А что там он открыл багажник? Он что, решил без нас кофе попить? Окей, I ask you. Мама, тебе здесь нравится? Нравится. Сделай снимок. Если нравится, то твой зять тебе предложил остаться здесь. Мне? Да. Одной. Но если тебе здесь нравится. Я буду тогда Йетти. Ты будешь Йетти? Ты меня сегодня Йетти обозвала. Ну, я останусь и буду Йетти. Он сказал, что у них нет Йетти, мама. Значит, ты будешь... Ты будешь первая Йетти, первая Йетти, которая завелась на Кипре. Да. Ну давай, позируй, я тебя фоткаю. Чтобы было видно, какая гора высокая. Ну, тогда мне надо снизу тебя сфоткать. А снизу ты не будешь сказать... Слушай, он без нас уедет, походу. Две Йетти заведется тут, две. Слушай, он уезжает. Глянь, он едет без нас, давай. Ну я тебя сфоткала, мама, хватит позировать. Боюсь. Ну смотри, он тебя устраивает этот шоу. Вот пусть он туда выезжает, я боюсь. Ну все, он поехал без нас. Так, ты деньги забрал из машины? Нет, мы с тобой без денег и вон, в чем мама почти родила. Уже холодно практически. Я тебя родила в другом прикиде. Сними. Ты меня в другом прикиде родила? Высоко. Высоко и красиво, и все, давай в машину. Может, он сначала пусть проедет? Ну, не знаю. Сейчас спросим. You want to go without us between these stones or not? Or is okay? Машина будет на 100 килограмм. Еще не решили, куда мы будем ехать. Возможно, сразу в деревню Омадес. На фестиваль. Мы же хотели фестиваль посмотреть. Ну да, мы поедем в Омадес. Водопад мы не нашли, да? Нет, водопад мы не нашли. Там очень странно вообще, где он расположен, жалко. Там где-то, видно, мы крутимся вот.